Главный раввин России Бэр Лазар выразил соболезнования в связи с кончиной директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерины Гениевой. В тексте соболезнования Бэр Лазар отметил, что, возглавляя одну из крупнейших библиотек России, библиотеку иностранной литературы Екатерина Гениева всегда старалась делать все возможное, чтобы использовать книгу, культуру, духовные традиции для сближения людей, для распространения объективной информации о разных народах и конфессиях нашей страны. По словам Лазара, присуждение Гениевой премии «Человек года» Федерации еврейских общин России было естественным признанием ее заслуг, данью уважения, которое питал к ней еврейский народ. В последние годы Екатерина Юрьевна также работала в ученом совете Еврейского музея. Во многом благодаря ее советам, ее профессиональному опыту, музей стал одним из важных центров притяжения не только еврейской Москвы, но и в целом Москвы интеллектуальной.